Для всех без исключения это событие радостное и очень ожидаемое. Многие из присутствующих ждали переезда в комфортное жилье десятилетиями. В этот раз ключи от новых квартир в многоэтажном доме на Владимирской получили 10 семей, ранее проживавших в аварийных домах Скобинова и Клементьевского поселков. Программа в этом году у нас большая, домов переселяем много, все идет по плану. В этой работе мы не должны останавливаться, пока последний такой страшный аварийный дом не будет переселен, но работы тут у нас еще, конечно, много. Сергей Пахомов подчеркнул, что микрорайон, где расположена новостройка, ожидает дальнейшее развитие. Здесь уже открыт детский сад, планируется строительство большой школы. Под реализацию программы по переселению администрация приобрела в новом доме 57 квартир. Скоро начнутся работы по благоустройству придомовой территории. С начала 2016 года ключи от квартир получили почти 50 семей. Всего же должны переселить 197 семей.